10 художников из Абхазии представили свои работы в Стамбульской галерее современного искусства. Идея организации такой выставки появилась после пожара в центральном выставочном зале в Сухуме, в котором сгорел почти весь фонд Национальной картинной галереи. После случившегося пожара во многих уголках люди чувствовали большое сопереживание и хотели оказать нам какую-то поддержку. Сразу позвонила нам общий друг Денеф Хуваж. Она куратор, фотограф, педагог, работает в Турции. И предложила провести выставку нам. В общем, конечно, было много в голове сразу вот этой идеи, фикс, что ты хочешь это сделать. А мы предложили художникам, кто готов и хочет высказаться и принять участие в этой выставке и сделать написать, создать объект, связанный с пожаром. С момента зарождения идеи до открытия экспозиции в Стамбуле прошло 9 месяцев. Многие художники создавали свои работы специально для выставки. В этой выставке участвовали Батал Джопа, Сида Хуба, Сипархи Плабахуа, Олег Чеди, молодые художники Саида Квицини, Диана Хинтба и Абшаха. Это концептуальная выставка, две картины, две скульптуры малых форм. Это руки Адамура и кукла Асида Хуба, арт-объект от Сипы, вышивка вообще Хагба и Диана, видеоарт Астанды Чамагуа и книга Сабины Кварчели. Тоже как арт-объект. Просто мне сложно, это предметы современного искусства, которые рассказывают, с чем рефлексия художника на то, что произошло. Посетителями выставки стали в большинстве своем представители абхазо-адыгской диаспоры. Но многие приходили с друзьями, которые мало знали или слышали об Абхазии. В целом, абхазским художникам в Турции устроили очень теплый прием. До открытия выставки очень много было, мы в Фейсбуке делились, пресса. Пресса печатала об этом событии грядущем, и это было такое ощущение, такое трепетное, когда ты везде видишь слово «Абхазия», и это связано именно с культурным событием и с выставкой, это ощущение невероятное. Открытие было 5 числа, неожиданно для нас, было невероятное количество людей, потому что это большой город, найти время, приехать туда и провести с нами время, это было невероятное ощущение. Выставка состоялась благодаря кураторству и поддержке многочисленных друзей Абхазии в Турции и финансовой помощи частных спонсоров и Министерства культуры Абхазии. Экспозиция в галерее Барынхан будет доступна до 19 сентября. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.